Всем привет! Сегодня у нас будет обзор мотобуксировщика Charmax S500 1700 HP15, который нам предоставила на обзор и тест-драйв компания Global Drive. Ссылочки на компанию Global Drive под видео в описании. Charmax S500 – мощный мотобуксировщик, который поможет справиться с множеством задач. Металл, использованный в изготовлении кузова, имеет толщину 5 мм, что делает технику прочной. Можно использовать модули без риска деформации конструкции. Есть возможность смены угла атаки. Кузов окрашен порошковой краской. В целях безопасности в комплектацию мотобуксировщика включена ЧК заглушки двигателя. Универсальная посадочная база подвески позволяет устанавливать любые шасси, предназначены для различных условий эксплуатации. Посадочные отверстия основы и кузова могут использоваться на склизовой, катковой и колесной подвеске. Также возможна установка лыжного модуля. Стандартная гусеница шириной 500 мм, длиной 1700 является самой универсальной. Рисунок протектора с длиной грунтоцепа 21 мм создает наилучшее сцепление для неглубокого снега и трасс. Благодаря этому сохраняет высокую управляемость и скорость в большинстве ситуаций. Мотобуксировщик Charmax применяется мощный двигатель мощностью 15 лошадей фирмы Charmax тоже. Средняя цена по России на мотобуксировщик 145 тысяч. Скорость до 45 км в час, вес 115 кг и перевозимый груз, который может он перевести, до 500 кг. Расход топлива 3 литра в час. Двигатель оснащен электростартером и ручным. Также мотобуксировщик оборудован фарой, что позволяет использовать его в темное время суток и в условиях плохой видимости с переключением дальнего ближнего, и звуковой сигнал есть. Двигатель закрыт цельнометаллическим капотом, что позволяет не попадать снегу, вернее, не позволяет попадать снегу. Ну и хороший внешний вид мотобуксировщика. На этом мотобуксировщике установлена подвеска каткового типа. Простой демонтаж тут производится. Нужно открутить 4 гаечки. 2 здесь и 2 спереди. Также мотобуксировщик оснащен, ну, соответственно, прицепным устройством. Сани мотобуксировщика длиной 1,20 м с таким вот прицепным устройством дышлом, с демпфером противоударным и небольшой сидушечкой. Ну и возможность также к ним использовать, прицеплять еще дополнительно сани. Ну и еще раз напомню, что возможно использовать до 500 кг груза, грузоподъемности. Что в дальнейшем мы, наверное, испытаем на нем. Так, ну вот устройство самого двигателя, вернее, установка такая идет у него. Вариатор. Без задней скорости он. Не оборудован задней скорости. Двигатель, как я еще раз говорил, с электростартером. Есть вот такая вот возможность натяжки цепи. И также есть возможность натяжки самого вариатора. Сейчас вот ремень, на мой взгляд, немножко слабоват.
Но здесь можно это все подрегулировать вот перемещением самого двигателя. Можно это сделать небольшую регулировку. Ну и приведение в рабочее положение мотобуксировщика. Давай, Миш. В рабочее состояние. В принципе, все элементарно. Подцепляются сани. Ну и давай, ручку покажи, как она. И раскладывается вот так вот рукоятка. Все, вставай. Все, мотобуксировщик готов к эксплуатации. Вот такой вот мотобуксировщик Шармакс S500 1700 HP15. Сейчас мы его еще попробуем запустить немножко. Ну и в следующей части мы на нем, наверное, покатаемся. Сделаем небольшой, как говорится, выезд. Посмотрим, как эта техника себя ведет по снегу. Ну, в общем, сделаем первый выезд. Также в дальнейшем, если вам будет, конечно, интересно, сделаем более подробный обзор конструкции. Разберем его, сделаем какие-то размеры, посмотрим, как с вариатором, порегулируем там что-то, какие-то регулировки. Но если вам будет интересно, напишите. Ну а на этом, я думаю, это видео давайте подведем к концу. Еще раз повторю, ссылочку на компанию Global Drive в описании под видео. Кому интересна данная техника, переходите, заказывайте, выбирайте себе еще технику. Также летнюю, зимнюю, для уборки снега, ну и много-много другой техники. А на этом это видео подведем к концу. Всем спасибо за внимание и до свидания.